Я считаю, что необходимо было задавать какой-то общий вектор, что делать, куда идти. Это, к сожалению, не прозвучало. Очень меня здесь удивило, что присутствуют и выступали представители тех партий, ну, партии инвалидов, то есть это придаточные партии Единой России. Выступали депутаты, которые откровенно покупали себе место, депутатские мандаты. Выступали представители партии, которые псевдооппозиционно, я считаю, что КПРФ это не оппозиционная партия, это партия, с которой договариваются. Вот. И приходить с флагами на общегражданский митинг — это просто кощунство. Нет, ну жить, с другой стороны, яблоко развернуло свои флаги. Почему нет? Общегражданский. Нет, ну я считаю, общегражданский. Но по поводу яблока, я считаю, что пока оно в парламенте не представлено. Вот. Они пока стремятся. Зато в Санкт-Петербурге законодательное собрание представлено. Ну да, в Санкт-Петербурге в ЗАГС собрание не представлено. Но здесь нужно четко понимать, если в парламенте нет, я имею в виду по поводу парламента нашего российского, это Государственной Думы, поэтому как-то к